Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем YouTube-канале. Ну что, весна в разгаре. Приветствую вас, кстати, не один сегодня. Смотрите, у меня... Кто это? Кто это такой красивый? Это Пушок. Пушок вам тоже передает большой-большой привет. Сегодня сидит со мной весь вечер, мяукает, песенки поет. Вы слышите? Ой. Ну все, завтра дождь будет. За ухом моет. Чистюля наш белоснежный. Так что вот, у вас еще и Пушочек приветствует. Да, Пушок? Скажи да. Всех приветствую. Всех приветствую. Хороший зайка. Ой, ребята, люблю я кошек. Вообще люблю и кошек, и собак люблю. Так они нравятся, мне вообще не могу. Ну ладно, что-то я немножко... Ну что ты смотришь все на камеру, да? Поздоровался со всеми, всем всего самого хорошего пожелал. Так, не будем отходить от темы. Сегодня я принимаю челлендж от моего из самого любимых каналов. Это от канала Лана Карамельная. Ланочка, большой тебе привет, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что передала мне эту эстафету, этот челлендж, этот тег, как сейчас можно, модно, точнее, называть. Я с удовольствием его от тебя принимаю и отвечу на все вопросы. Но сегодня, правда, вопросов немного, всего лишь, насколько я помню, 4. Да, сегодня всего лишь 4 вопроса. И сейчас я на каждый вопрос отвечу. Постараюсь долго не затягивать, просто вкратце отвечу. Так что сейчас я их буду зачитывать, извиняюсь, с телефона, да, и отвечать. Итак, первый вопрос. Сейчас, ребята, с вами прочитаем. Первый вопрос очень простой. Цель открытия канала, почему... Создал канал и когда? Вы знаете, я уже отвечал на этот вопрос уже много-много раз. Ребята, не могу не показать, смотри. Смотрите, как он валяется. Ой-ой-ой, потягушки-то какие. Пушочек. Уже вечер поздний. Иди побегай, то ночью опять скакать будешь. Маленький. Так, отвечаю на вопрос. Канал я создал, этот канал, 23 февраля 2019 года. Вот, год назад, как раз мы с вами отмечали день рождения канала. Но я уже рассказывал, что до этого у меня канал уже был, и туда я выкладывал только свои концертные видео. Ну, все вы прекрасно знаете, да, что я музыкант. Ну, из экономии места на компьютере, на ноутбуке, я выкладывал видео на YouTube. Вот. И там они у меня хранились. Ну, и потом как-то бабушка тоже подсела на YouTube и говорила, давай-давай попробуй, сними что-нибудь да выложи. Я на этот канал не хотел ничего снимать, на тот точнее. Вот. И много-много лет она меня уговаривала, и вот... Год назад свершилось. Я создал канал отдельный. И уже, собственно говоря, на него начал выкладывать видео. Вот. И вы знаете, как-то пошло-поехало. Мне очень нравится этим делом заниматься. Прям безумно очень нравится, ребята. Уже не могу, знаете, без камеры куда-то надо пойти, что-то снять, что-то рассказать, показать. Вот, ребят, смотрите. Все никак не может от меня отойти. Вот. И все вот хочется рассказать, показать, какие-то рецепты снять, показать. Много чего очень вкусного есть. Ну а почему нет? А сейчас, вот видите, каждый день беру, извините, я вас что-то куда-то поднял. Беру каждый день камеру в руки и вперед. Нравится мне. Очень нравится. Вот. Ну а цель? Про цель не говорят. С какой целью? Вот так. Перейдем к следующему вопросу. Так, второй вопрос. Любимое время года.
А вы знаете, мое любимое время года это лето. Именно лето, знаете, не начало лета, там июнь, да, вот это, а ближе вот к осени. Ближе к осени. Несмотря на то, что я родился в августе, в конце лета, мне нравится лето. Не люблю я зиму, не люблю я холод, не люблю весну. Весну люблю. Нет, не так я сказал. Осень не люблю. Люблю весну. Весну люблю, когда, вот знаете, начинается уже в конце мая все вот распускаться. Деревья начинают выбрасывать свою листву, раскрывать. Все зеленеет. Вот, весна мне такая нравится. Но больше всего я люблю лето. Я люблю, когда жарко, но в то же время на улице нету влажности, да? У нас в Питере ужасная влажность, не отрицаю, все, многие, наверное, это знают. И зимой это чувствуется, и весной, и осенью, и особенно летом, когда жара, дышать просто невозможно. Но лето я люблю больше всего. Во-первых, можно и купаться, и загорать, и гулять, и кататься на велосипедах, и на даче постоянно находиться на свежем воздухе. Лето я люблю. Поэтому смело могу сказать, да, что лето мое любимое время года. Третий вопрос. Любимая книга. Что сейчас читаете? Ребята, любимая книга Теодор Драйзер «Сестра Кэрри». Вот. Это моя любимая книга. Кто не читал, всем советую прочитать. Обалденная. Но я в каком-то влоге уже про нее рассказывал, что это прям вот моя самая любимая книга «Сестра Кэрри». Да, она большая, она толстенькая, есть что почитать, и время она хорошо займет, но советую, вот прям вот советую, советую. Что сейчас читаю, ребята, честно, стыдно признаться, ничего. Когда я читал, ой, простите, учился в колледже, там дальше в университете, я читал постоянно в метро, в маршрутке, в автобусе, в каких-то перерывах в учебе постоянно читал. Да, потому что, ну, это нужно было для учебы, естественно, нужно для дальнейшего образования, да. Но после того, как я начал работать, сейчас я провожу в дороге в основном время в машине, в пробках постоянно. Работаю уже не до книг, ребята. И дома просто хочется, знаете, прийти, лечь, отдохнуть и просто ничего не трогать, просто отдохнуть. Никаких книг, потому что у меня на работе постоянно перед глазами ноты. Этот нотный текст, любой, абсолютно любой, и печатный, точнее, ксерокопия и не ксерокопия, глаза от этого очень сильно устают. И поэтому хочется все-таки глазам давать отдохнуть, и тем более, когда ты едешь за рулем, глаза тоже безумно устают, и им нужен отдых. И поэтому мне сейчас, к сожалению, не до чтения. Вот. А читаю, да, нотный текст я читаю практически каждый день. Так что вот, а книжку, да, «Сестра Кэрри» Драйзера, советую, читайте. Я думаю, что она очень понравится. Вопрос, какие растения любите выращивать и любимый цветок. Ну, для парня, конечно, это очень странный вопрос, такой немножко, наверное, неудобный. Но я скажу, люблю выращивать перцы, люблю выращивать помидоры, люблю выращивать огурцы и люблю выращивать всю вот эту вот овощную культуру. Очень нравится. Вот именно в период дачи постоянно, каждый год я занимаюсь рассадой и постоянно все хорошо, ребята. Слава Богу, все хорошо всходит и дает плоды. А любимый цветок, и вот будете смеяться, астры. Не знаю, обожаю астры. Вот прям очень люблю. И помню, когда маленький был, все время с мамой на даче сажали астры. Разных сортов, ребята, абсолютно разных. И вот, не знаю, может быть, с детства как-то это вот и пошло, что мне очень безумно нравятся астры, обожаю эти цветы. Да, они простенькие, да, в них ничего особого нет. Но мне они очень нравятся, очень нравятся. Так что вот как-то так. Больше, наверное, нет, не могу сказать, что какие-то цветы мне нравятся еще. Нету больше. Астры. Вот, вот и все. Такой коротенький челлендж получился. На все вопросы я ответил. Вот. Так что вот так.
И теперь нужно этот челлендж дальше передать. И передаю я этот челлендж двум каналам. Первый канал — это Маша Газелистка. Машуля, тебе большой привет. И второй канал — это Сергей Немного обо всем. И вам тоже от меня большой привет. Я с удовольствием передаю этот челлендж и буду ждать с нетерпением ответов ваших на эти вопросы. А на сегодня все. Всем пока, всего самого доброго, прекрасного и отличного настроения. Такой котяра. Все, ребята, всем пока.